Я сделаю эту игру такой, какая она есть. Я собираюсь отправить его в нокаут. Честно говоря, я могу читать Дональда, как книгу для детей. У него есть хитрость, но мы хорошо подготовлены. Всем привет, ребята! Вы на канале Body Money и с вами Назир Кишуков. Вот и закончилась пресс-конференция Конора Макгрегора и ковбоя Серрона. Все новости будут в этом видео. Опоздал ли Конор Макгрегор? Как вел себя, был ли это обычный его трэш-токинг, как отреагировал ковбой, были ли какие-то ответные действия от него. Эта пресс-конференция началась вовремя, а это означало, что это новый Конор Макгрегор. Он печально известен опозданиями, зал был полностью заполнен, в нем собралось около 2000 человек. Дана Уайт одел футболку, на которой был фонд поддержки Австралии от лесных пожаров. На Макгрегоре был роскошный костюм, его волосы были зачесаны назад, в то время как Дональд Серрона одет в куртку из змеиной кожи. Конор вел себя самоуверенно, но не нагло. «Я сделаю эту игру такой, какая она есть, поэтому я пойду туда и напомню всем», — сказал Конор Макгрегор. «Я собираюсь отправить его в нокаут». Тем временем Серрона готовится к своему новому большому испытанию. «Можно определенно сказать, что это мой самый сложный соперник», — сказал он. «Люди говорят, ковбой, ты никогда не добьешься успеха. Это самый грандиозный бой для меня. Посмотрим». Также вспомним тему с реваншем по боксу. Макгрегор сказал, что хочет матч-реванш с Флойдом Мейвезером и сказал, что переговоры с Мэнни Пакьяо были долгими. «Мне бы очень хотелось провести реванш с Флойдом. Теперь я чувствую, что я могу одержать победу», — сказал Макгрегор. «Я хочу выиграть титул чемпиона мира по боксу. Это то, чего я достигну». Макгрегор также сказал, что он будет рад вернуться в октагон UFC 248 в марте. «Даст Бог, мы выйдем в хорошей форме. Скорее всего, в марте я смогу выйти», — сказал Макгрегор. «Любой соперник, любой вес, любой уровень». Дана Уайт сказал, что все возможно относительно следующего боя. Толпа начала свистеть, когда репортер спросил Конора Макгрегора о его юридических проблемах, связанных с обвинением в сексуальном насилии, который Конор решительно отверг. «Конор выглядит совсем другим, он изменил свой имидж», — Макгрегор признался. «Я чувствую, что перевернул новый лист. Я чувствую, что я все тот же человек, но я чувствую себя заряженным и освеженным. Я не чувствую давления, я взволнован и хорошо подготовлен. Я собираюсь сделать феноменальное шоу, а потом сидеть и наслаждаться им». «Черт, приятно возвращаться», — сказал Конор Макгрегор. Он назвал Серрона очень предсказуемым. «Честно говоря, я могу читать Дональда, как книгу для детей. У него есть хитрость, но мы хорошо подготовлены». Дональд Серрона сказал, что ждет боя с Конором Макгрегором. «Мы последняя умирающая порода бойцов. Круто делить октагон с этим человеком. Я все еще бьюсь. Мы оба артисты, и мы здесь, чтобы развлекать фанатов». Ну что ж, я удивлен, я впечатлен. Конор Макгрегор просто был спокоен. Никаких выходок, никакого трэш-токинга. Только уважение. Неужели Конор Макгрегор изменился? Ребята, подписывайтесь на канал MMA Mania. Там вы увидите больше боев, больше мяса и больше жести. Я вас буду ждать там. Ставьте лайки. Также, почему я топлю за ковбоя? У него крутой ник в инстаграме, такой же, как у меня. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Ставьте лайки. У меня вы